Аркадий Шеклопер – это уникальный музыкант. Я думаю, что, может быть, единственный в мире. Играет на таком специальном инструменте. Это альпийский рог. Это огромный инструмент. Я думаю, что он в эту комнату просто не поместится. Он его привозит из нескольких как бы частей, составляет. И на сцене это огромный инструмент, которым он, конечно, виртуозно владеет. И такие сразу сказочные появляются настроения, потому что уникальность инструмента, она же сама себе диктует музыку. Альпийский рок. Редкий звук, особенно для России. Редкий звук для концертного зала Чайковского и редкий звук, который предвещает Рождество. В Писании сказано: «Славьте Господа литаврами и трубами громкогласными». Вот славим Господа альпийским рогом, хоть это и не наш русский инструмент. Тем не менее, мне кажется, что сегодня альпийский рог – это интернациональный инструмент. И есть уже много исполнителей, которые играют на альпийском роге, не только швейцарцы, не только немцы и французы, и венгры, и японцы, и в Америке очень любят этот инструмент, и в Канаде. То есть альпийский рог становится уже таким широко известным и очень любимым народом инструментом.